Samsung S85-2.0. Разбор. Samsung S85-2.0, или как еще называют эту модель, Samsung Wave, первое устройство на платформе BADA. Тонкий, всего 11 мм телефон, исполнен в форм-факторе моноблок и несет на себе неплохие аппаратные характеристики. Начинаем разбор. Снимаем заднюю крышку аппарата и извлекаем аккумуляторную батарею. С помощью металлической лопатки отклеиваем наклейку с верхней части и выкручиваем три винта. Затем снимаем верхнюю заглушку. Пальцами сдвигаем и снимаем панель. Далее выкручиваем четыре винта из задней части аппарата. Пальцами снимаем крышку антенны и при помощи пинцета снимаем клавиатуру. Затем выкручиваем два винта в передней и два винта в задней части корпуса телефона. Пальцами снимаем антенный блок. Под ним находятся микрофон и подложка клавиатуры. С помощью отвертки отщелкиваем фиксаторы и снимаем заднюю крышку. Под ней находятся флеш-ридер, сим-считыватель, камера, вспышка, разъем АКБ, разъемы под антенну. С помощью отвертки отгибаем верхний модуль, отсоединяем коннектор шлейфа и снимаем верхний модуль. Под ним находятся вибродвигатель, коннектор гарнитуры. Отверткой отсоединяем все шлейфы на системной плате и выкручиваем три винта. Далее пинцетом поддеваем боковую клавиатуру. Металлической лопаткой поддеваем системную плату, отсоединяем шлейф дисплея и снимаем плату. На системной плате находится коннектор флеш-ридера, коннектор дисплея, системный коннектор. С обратной стороны дисплея находятся шлейф коннектора дисплея, шлейф тачскрина и фронтальная камера. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Samsung S85-2.0 посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.